виступ Даші Ковтун був поки що найкращий. Реально краще цю пісню «I am a hero» ну майже неможливо заспівати. Фаворитка сегодняшняя – это Дарья Ковтун. Она дала кайф, адреналин, и меня все, короче, до мурашек вообще. Очень круто. Дарья Ковтун! Для себя она ждала очень высокую планку. Трудно каждый раз быть на высоте. Привет! Всем привет! Доброе утро! Ковтун, ты человек солнца. Yeah. Привет. Yeah. Так, ну что? Это один из ведущих радиохолдингов в Украине. Иногда интересно посмотреть на людей, которые каждый день раскручивают хиты. Пожалуйста. Пойдем. 9.18 в Украине. Всем еще раз хэппі ранку. И сегодня у нас наши друзья из X-Factor'а. Это Серега и две его підопічні. Даша Ковтун, привет тебе. Доброе утро, страна. В моей жизни это был первый раз на радио. Пройду-ка я по Ковтунской стене. Сверну на Маши Кацевой. И на Майдан Пархоменко ведут меня огни. Это было очень весело и здорово. Я прям аж была воодушевлена. Вона виходить на сцену, я відчув її енергетику. Вона прям нібито торкалася мене. Ось, але торкалася вокалом. Одно із самого цінного, що якщо чоловік – це його час і це його внимання. І коли ти осознаєш, що чоловік дарить тобі це своє час і своє внимання, це все дуже сильно окриляє. Це моя опора якась. Так всі влізли? Я хочу, чтобы Даша и Ковтун любовались все. Это обыкновенная девушка, но очень необыкновенная. С каждым эфиром, мне кажется, что у нас отношения внутри нашей категории вот как-то становятся крепче. Оправдаешь ты мое доверие? Я сделаю для этого все, Сергей Васильевич. Для меня каждая суббота – это маленький праздник, это маленький день рождения, маленький Новый год. Я могу с уверенностью сказать, что нужно мечтать и что мечты сбываются.